Йога, с вами Шумики, мы продолжаем пройти игру под названием Cat Quest 2. Так, окей, я к собачке сейчас этой зайду. Я хочу себе немножко посмотреть, сколько будет. Блин, ну 2000 это много на самом деле. Как бы то ни было. Так, стоять. Ого, я сейчас выйду. Блин, а где магические эти, где могу магию улучшить? Или это только в одном месте, вот там? У котов. Это херово на самом деле. Я хочу себе мою улучшить. Идти хер знает куда. Хотя я могу найти телепорт поблизости здесь. Да. Поблизости, в принципе, тут нигде нету. Но есть здесь. В принципе, я могу туда пробежаться, это быстро. Давайте квесты возьмем. О, парочка кот и... кот и пес. Простаченная, я кормилица, а мой котеночек и в опасности. Умоляю, спасите его. Ради сына. Я содержу приют для брошенных детенышей. Мой котеночек, малыш Йо. На моем деле один из воспитанников приюта. Сюда идет лапатрули. Если найдут малыша Йо, они заберут его. Кормильцы дают вам немного редкого котовины. Чудовище это нравится. Можете раскидать его по городу, чтобы отвлечь лапа. Ух. Ах, это мой самый старший воспитанник. Малыш А. Он может вам разобраться. Хорошо, вперед, возвращаемся, когда все закончится. Возвращайтесь ко мне, когда все закончится. Мурстичесная, идите скорее сюда. Я чую чудище где-то рядом. Как раз только слюни потекли. О, какой меч. Хав, а? Сэр, нас всего трое, я не думаю. Ты гастролю прав, солдат. В таких случаях мы бежим. Смотрите, на них бегут. Но все-таки нам лучше держаться на безопасном расстоянии. Собачье печенье. Эта куча не отпустит нас без боя. Так, давайте сразу меняюсь на маха. Ухав, спасибо за помощь, вот ваша награда. Шлем скаута. Нам нужно отвезти маленка Йо отсюда. Бегите навстречу к... с кормилицей. С кормилицей. Подожди, мне дали 110к? Или 11к? Вы вернулись. Я должна отправить малыша в Калининград. Ему там будет безопасно. Поможете? Я думаю отправить малыша Йо в Фелинград на лодке, но мне нужна доски. Я отметила места, где есть склад досок. Помогите забрать их. О, как раз мне нужно сюда. Селяне, это мое, вы не можете отдать? Пожалуйста, скажите. О, да. Так, запомнил. Сюда. Хотите улучшить свою магию? Да. Так, давайте, в принципе, что мы будем улучшать с вами? Лучше. Скорее всего, это восстанавливает ХП от основного, что у меня есть. Блин, не знаю даже. Давайте, наверное, я замакшу каталовка. Хотя, урагав.
щипы. Да, у меня 58к. Там только по 1%. Ладно, иду сюда. Враг просто будет вздыхать от того, что стоит на этих шипах. Сколько у меня денег хватит? Тысячи, уже 55%. Ну, я думал, сейчас... А я точно то прокачу, что мне нужно? Подумал, да, то, что нужно. Да, я сейчас и крутилку тоже прокачаю. Все, 95% это максималка, я думаю. Да, максималка. Так, теперь мы прокачиваем себя. Ураганчик. 1%, ну блин, это понятно. Давайте я, наверное, остальное оставлю. Мы с вами... Знаете, что сделаем? Так, давай я тебя на троечку поставлю. Шипы сюда. Мне интересно, сколько шипы буду дамажить. Вот очень интересно, на самом деле. Сейчас полностью нужно будет, чтобы мало ли. Здесь лучше поторопитесь, мяу. Зачем ты меня отправляешь? Чего? Ой, сундук. Огненный посох. На самом деле это просто факел. От древнего властителя. Все, мне его фулл сет. Стойте, я малыш Йо, я не хочу ехать в Фелинград. Моя семья здесь, и вы должны разрешить мне остаться. Правда? Вы разрешите мне остаться? Огромное вам спасибо. Возьмите это. Огненный посох. Я... Так.
Брала извинения насчет досок. Вы сможете найти Карамелису позже, чтобы убедить ее разрешить мне остаться? А вот и вы. Малыша, говорят, вы хотели что-то сказать мне? Радости. Это касается малыша Йо, верно? Я уже принял вам. Нам сказали, что здесь находится кот. Скорее всего, этот желтый комок шерсти. Стойте, вам, солдатам, нельзя здесь находиться. Я ждал вас позже. Малыша, ты сдал своего брата? Хватит, мы просто арестуем вас всех. Выходите отсюда. Мама, мы прячемся. Ну что, давайте попробуем. В первой части шипы это была имба. А здесь они что-то как-то так. Слава усам. Так, они ушли. Мы в безопасности, по крайней мере, пока. Простите меня, ребята, я хотел убедиться, что малышье выберется отсюда как можно скорее. Но с ними уже все в порядке, благодаря вам. Вот награда. Так, малиновые доспехи. На самом деле вы... гораздо добрее, чем кажется. Еще раз спасибо. Так, хорошо, здесь мы с вами закончили. Следующая цель. Давайте, наверное, сразу пойду вкачаю оружие, да? На все, что мне хватает. Давайте, наверное, да, этот прокачаем. Интересно, какой максимальный уровень? Наверное, его нет. Хорошо. Так, следующее у нас задание получается уже здесь, да, где это было? Ну ладно, давайте черепа я... земля изгнанных. Черепа я оставлю напоследок. Хотя нет, черепа мы сейчас пойдем выполним. Для чего? Смотрите. Я сначала думал черепа напоследок, потому что качественная, прикольная. А потом я подумал, а смысл? Типа, я могу сейчас выполнить череп, чтобы потом... А, блин, мы все равно будем защищать эти пещеры. Или нафиг надо эти пещеры, да? Главное, квесты. А видите меня? Ну, тщательно, мне нужно выяснить, почему я тут застрял. Поможете мне? Молодой щенок. Получается, я сижу здесь уже целую вечность, и вы первые, кто заглянул сюда. Видите этот знак? Думаю, я в ловушке из-за него. Там есть что-то, что обладает той же магией, что и знак. Мне кажется, что она имеет форму шара и обозначает его общий район. Выясните это для меня. Выясните это для меня. Я не увидел знака, о котором говорят.
этого района. А, мяч, блядь, не дом. А я мяч ищу. Да. Вот дают тебе мяч. Стойте, это же. А. Шо, блин. Мой король и солдаты нашли его. Он прячется здесь. Ответственный король. Привет, малыш. Не нужно страшиться меня. Я здесь, чтобы спасти тебя. Что-то у тебя в лапах мячик. Это твоя любимая игрушка. Я сохраню ее для тебя. Мне жаль, что так вышло с твоими родителями. Давай уведем тебя из этого хаоса. Успокойся, Тверь, я буду заботиться о тебе. Прошу. Цветы разгрызалки. Это были мои забытые воспоминания. Да, я был сиротой, король установил меня. Хм. О, стойте, смотрите, на этот знак он изменился. Значит, мы на верном пути. Там еще был старый сундук, почему вы не открыли его? Капюшон ниндзя. Поищу еще подсказку, я буду здесь, я думаю. Так, я унюхал еще одну магию. Мне нужна ваша помощь. Талантливый солдат. Эта магическая сила ощущается как особый металлический шлем. Чтобы там не лаяло, я обозначу его место для вас. Принесите его. Можно будет на пути еще сохраниться. Привет, приветствую вас. На временной ярмарке шлемов. Чем могу вам быть помочь? Чем могу вам помочь? Ищите особый шлем? Стойте. Вот, взгляните на этот шлем. Клянусь, иногда мне кажется, он может перемещаться. Перемещаться сам. Видите, что я лаял? Вам лучше поймать его. Ничего себе. Смотри, что у меня так урон не проходит. И подбирайте шлем. Ну, давайте шлем. О, он из тех самых времен. Вот этот шлем теперь твой. Ты стал капитаном благодаря своей силе. Я знал, ты сможешь сражаться за наше дело. Помнишь, я принял тебя. Ты особенный, Гавкин. Твоя верность, верность мне. О, это еще одно мое воспоминание. Оказывается, меня зовут Гавкин, и я был первоклассным солдатом. Лопота. Ляпота. Смотрите, знак увеличивается. А, это знак. Странная коробка снова здесь. Хочу за... штормом. Я поищу еще подсказки. Я буду здесь, как всегда. Так, ладненько, побежали тогда. Опять я не фул хп. Ну, ладно.
Ну и ладно. Ой, что-то далеко куда-то бежать. Стой, я чё сюда бегу? А шо, у него больше не было заданий? Мана! Серьезно? Она тебя сейчас тупанула, да, жестко. Просто жещу. Я почему-то думал, что я задание уже взял, или мне типа покажут, куда мне идти. Ну ладно. Я выследил еще одну магию. Готово? Так, практика магии. Магическая сила теперь в гробнице. Я обозначу магию. Так. Помогите получить ее. Который по соседству здесь. А, нет, это где-то на море. Прикиньте. А, 50-50. О, я был здесь. Проходили это уже дело. Мы уже проходили. Бутылка считается магической, да? Вы берете посох. Хорош. Я почти отлетаю. Да, но карты все равно увеличили. Вы отдаете посох. Погодите, этот посох из тех времен. Мой король, один из странствующих магов подарил это сегодня этот посох. Они сказали, что это лапы расположены к магии. Что? Он задавал вопросы? Он спрашивал о знаке на его голове. Мой король, вам нужно рассказать ему. Шш, он здесь. Гавкин, мой мальчик, нельзя доверять этим магам. Мы должны проверить посох. Ну-ка дай его мне. Доверься мне, я сохраню его для тебя. Ты всегда будешь слушать меня, да? Стойте, так это... Понимание о том, что я могу использовать магию? Авкей! По-моему, знак принимает форму символа. Доспехи скаута. Мне нужно больше информации, поищите еще, я снова буду здесь. Может, за это? Слушай, мне знак Давоката. О, эта магия означает сильный, их где-то рядом. Безусловно, нужна ваша помощь. Один из сильных. Когда я говорил рядом, я буквально это и имел в виду. У меня как будто чешется нос. Я не могу сам почесаться его... По очевидным причинам, но, может быть, и вы сможете почесать его за меня. Вы чешете нос череп. О, так форчательно лучше. Стойте, зуд в другом месте. Теперь холка чешется. Холка чешется. О, гораздо лучше. Кот, его побери. Снова нос. Окей, хорошо. О, нет, стойте, сейчас зачихну. Вообще... Наконец-то здесь кто-то есть. Дракон, я так ждал. Найдите способ добраться до меня. Неужели это... Да, может, я не злой дракон? А, здесь, да, получится проход, да.
Статик, стойкость к магическому или физическому воздействию, что вы выберете? Стойкость к магическому или физическому воздействию, что вы выберете? А, бля, слушай, я не знаю. Стойкость. Давайте, наверное, к магическому. Если ваши атаки смогут нанести урон, отлично, если нет, найдите другой способ. Так, окей. Теперь мне нужен посох. Я понял. Классный посох. Хороший посох. А давайте, наверное, одинарный это ледяной посох, да? Подождите, а у меня еще такой есть. А че у кота так хп немного? Вот это прикольно. Так, возвращаю палочку. Я не хочу сражаться с вами, я только хотел дать вам это, прежде чем исчезнуть навсегда. Дракон дает вам чешую дракона. Покажите это Гавкину. Ему нужно вспомнить и узреть правду. Это тем... Так, темница отняла у меня слишком много сил. Я надеюсь, мое последнее слово дойдет до него. Властитель, мне жаль, я не смог защитить вас. Пожалуйста, простите меня. Ради собачьего корма, когда... Куда вы оба отправились? И что это у вас в лапах? Вы даете чешую дракона. А, это... Что, чешуя дракона? На меня снова нахлынули воспоминания. Ты хочешь уйти? Я дал тебе все. Ты останешься и будешь сражаться за меня. Все мои усилия сделали так, чтобы ты... А чтобы для тебя не существовало никого, кроме меня. Были впустую. Стой, нет, я имел в виду, что... Прекрати немедленно, ты будешь слушать меня, ты будешь! Ого, это был рык дракона. И почему этот король выглядит очень злым? Подождите, я узнаю этот символ, это знак потомка драконов. Но почему он здесь? А я же вам говорил, драконорожденных. Мне нужно все обдумать. Полагаю, я снова буду здесь. А, это башка этого кота. Помните, у этого кота был такой? Я чувствую, как меня охватывает воспоминание. Скорее, нам нужно увидеть это место. Наследник дракона. Я внезапно вспомнил. Так, стал вспоминать котовски много всего. Вот, последнее воспоминание. Это... Важнее всего, мне кажется. О, лапы к бою. Пригнитесь, думаю, это дракон. Сделал вам сильным. Сильным. Возможно, ты единственный потомок дракона среди собачьей расы. Но у тебя все еще нос не дорос. Боюсь, я не могу контролировать тебя и твою силу. Даже после всех этих фрлет. Да, похоже, не было никого смелее в уничтожении твоей семьи. Но неважно.
не было никакого смысла в уничтожении твоей семьи. Я изгоняю тебя. Мы зачем тебе в глуши, чтобы никто никогда не смог воспользоваться этой силой. Я рассею твои воспоминания среди дорогих для тебя вещей. Пока ты ничего не помнишь, ты будешь оставаться изгнанником. Счастливого избавления. А у меня не фул хп, ребят, если что. Он уничтожил мою семью только потому, что я был единственным псом потомком драконов. Он хотел сделать меня своим секретным оружием. Предлагается, что короли добрые. Посмотрим на посмотрите на себя. Вы ведь тоже потомки королей. Все эти силапы делают вас злыми, как он. Чтобы этого не допустить, я уничтожу вас. Вау, вау, стой, стой. Вот это вот жестко. Воу-воу-воу! Я думал, это этот. Пополнял команды. Фух, пронесло. Да, шипы все-таки спасают. Благодарю, что освободили меня. Теперь я больше не изгнанник. Шлем призрака. 89-й. И сейчас бат. 50-ка изи. Сколько опыта. Так, ну в принципе, ребята, у нас как раз серия подошла к концу. Следующая серия, скорее всего, будет припоследняя, потому что у нас остается еще здесь два квеста. И здесь еще два квеста. Ну и все. Поэтому как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.